Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 9. Периметр квадрата равен 120 сантиметров. Найди его площадь. Укажи размеры хотя бы двух прямоугольников, имеющих такую же площадь. Сравни периметры с периметром квадрата. Первым действием мы найдем длину стороны квадрата. 120 разделим на 4, так как у квадрата все стороны равны. Получается, что сторона квадрата 30 сантиметров, если периметр 120. Найдем площадь. Для этого длину умножим на ширину, то есть 30 умножим на 30. Представим 30 как 3 умноженное на 10, и второе 33 умноженное на 10, и выполним вычисление. 3 на 3 будет 9, 10 на 10 будет 100, и 9 умноженное на 100 получится 900 квадратных сантиметров. Третьим действием. Такую же площадь могут иметь прямоугольники со сторонами. Длина 90 сантиметров, ширина 10. Тогда площадь будет равна 90 умноженное на 10, 900 квадратных сантиметров. А периметр его при этом будет равен 90 прибавить 10, а так как противоположные стороны равны, то мы умножаем их на 2. 90 плюс 10 будет 100, 100 умноженное на 2 будет 200. Получилось, что прямоугольник с такой же площадью имеет больше периметр, чем данный квадрат с периметром 120. Если длина прямоугольника 50 сантиметров, а ширина 18 сантиметров, то 50 умножив на 18, мы увидим, что площадь его также равна 900 квадратных сантиметров. Найдем периметр этого прямоугольника. К 50 прибавим 18, будет 68. 68 умножим на 2, будет 136. В данном случае у нас опять получилось, что данный периметр данного прямоугольника с выбранными такими параметрами 50 на 18 больше, чем периметр квадрата, равный 120 сантиметрам. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.